Угу, вот. Перестановка. Это на какой день будешь выполнять? Диван поможете подвинуть? А Маргарита сейчас пойдет на родительское собрание с папой. У Маргариты есть теперь в Инстаграме своя масочка. Вот. Всем приветик. Куда понесла? Она макароны украла. Я даже. Ксюша. Привет всем. Смотрите, у Маргариты футболочка новая. Это ее футболка от черлидинга, да? А что здесь нарисовано? Это девочка стоит на руках. Держит. Вот. А, вот одна, вторая, они ее держат, и она стоит. Ага. А штаны ты говорила, что будут какие-то или нет? Да, они должны еще купить. Еще штаны покупать надо? Мы пришли со школы, сейчас будем обедать. Папа тут купил Бонни вкусняшку. Мы вообще-то не покупаем такую марку Педигри, но папа не знал. Обычно я покупаю ей вкусняшки. Это бит. Да. Ням-ням. Нет. Ням, нельзя. Сидеть. Бежать. Что ты делаешь? Хочу переставлять его. Ой, как красиво. Было бы еще по всему потолку. Ой, она так прикольно на камере смотрится. Смотри. Так ты хочешь ее вот так поставить? Угу, да. А, ты думаешь, а ну если что, шкаф подвинуть можно туда, если она. Мне кажется, она не вместится, нужно шкаф двигать. Нет, все уже. Ну вот. Ну попробуй, должно поместиться. Бонька, тебя выгнали с твоего места. Да, там подмести надо, Маргарита, там иди, грязно. Сейчас. Бонька, иди. Потихонечку. Перестановка. Маргарита не может прожить без перестановки, не знаю, не месяц. Ей быстро надоедает обстановочка, поэтому она. Ой, у тебя там коробка еще лежит. Ей быстро надоедает одно и то же. Ну, очень быстро. Угу. Круто. Опа. Тяжелая? Не сильно. Поместилась. Стол не хочешь переставить туда свой? Да. Переставим или нет? Да, здесь немножко как-то это неудобно, наверное. И свет как раз дневной будет падать на лицо. Ну как хочешь, смотри. Можешь попробовать. Вот так вот получилось. Не знаю, пока думает она, ставить, не ставит свой столик. Не будешь приставлять столик? Нет. Как тебе удобнее, так? Угу. А так они одинаково светятся. Я теперь оно одинаковое. Да? Это синий? Синий. А что, розовый не тот, что ли? Розовый и розовый. А, немножко разные, да? Вау, Ксюша, твой любимый цвет. Вау. А у Ксюши лента сломалась, надо тебе новую купить. Мы тебе новую купим. Потому что она работает, но она не переключается вообще. Она не прибавляется, свет не убавляется, не меняется вообще ничего. Она просто светится. Я хочу свой весь. Знаешь, сколько метров надо? Таких надо, наверное, штук 5. Не, там были по 2 метра, там было 5. А Бонни у нас как хвостик. Вот куда я не пойду, туда она идет. Смотрите, видите? Та-та-та-та-та-та-та. Сейчас смотрите, я опять пойду, она за мной пойдет. Видите, хвостик мой. Я иду в комнату, и она за мной идет. Я выхожу с комнаты, и она за мной идет. Какой тебе свет оставить? Может, красный? Ой, это оранжевый. А где красный? О! Нет, что-то тяжело, да? Нет? Вот мы играем. Вот так оно выглядит, оно очень круто. Сейчас мы будем играть. Оно сейчас загружается. Я уже эти буквы отклеила. Ой. Потому что так я не могу играть. Но я их вот сюда приклеила, потом я их буду, ну, когда мне будет нужно, отклеивать и сюда клеить. Но я планирую купить еще одну клавиатуру, но просто другую, Frozen Llama. И потом у меня вот это вот будет с русскими буквами тут.
Наверное, я тебе куплю, чтобы поменять на русский. И потом у меня будет Frozen Dama, она будет, ну... Каролина пришла. Ваня, мама, как ты меня мама? Я начну готовить, и папа что-то покупает. Готовое, полуготовое. Так, жарим осторожно. Как не стреляла. А почему это? Я не знала, что папа купит. Мама, они сладкие? Нет, они не сладкие, но с йогуртом вкусно. Я купаю компьютер, да? Давай, что ты хочешь? Меня Ксюша срочно вызвала на совещание. Нам нужно посадить. Это ты на какой день будешь упаковывать? 24-й. Потому что такие цвета. Название цветов. Да, он самый цветовый. Какого цвета, вот здесь какого оттенка? Сережки. Вон сколько там всего. Сережки. Куртка. Розовая куртка. Зеленый. А как раз тебе? А? Как раз тебе? Да. Думаешь, ей понравится? Очень. Она очень мягкая. Давай, убирай эту зайчонку. Я пойду Каролину на день рождения отправлю. Каролину на день рождения пригласили. Каролина, куртку. Да! Куртку. Давай, 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 одевай. Прохладно уже на улице. Хоть солнышко светит, и хвостик надо сделать. Аккуратно с подарком. А там? Как что там? Подарок там. Какой? Который ты упаковала. Мы тут думаем, куда нам нужно ставить елку, если у нас... Куда мы поставим елку, если у нас стоит здесь этот тренажер? А куда мы его уберем? Нам некуда, даже в подвал он не поместится, даже в комнату ни в какую не поместится. Видите? Она у нас в прошлом году вот здесь стояла, но тренажера не было. Сюда елку поставим. Ксюш, вот сюда. Здесь как раз розетка, чтобы ее включить, чтобы она горела. Что, мы сейчас уже будем ее включать? Нет, мы сейчас пока только намечаем. Я хочу диван отодвинуть и подмести. Переставить. Нет, не переставить, а отодвинуть диван и за диваном, под диваном помыть. Потому что мне кажется, что там опять куча игрушек. Да? Да. С огурцами солеными. Mm-hmm. Так вкусно? Маргарита, ты чего? Mm-hmm. Какао с солеными огурцами? Вот-вот. Ксюша, тут все зеленое. Посмотрите, как она снимает видео. Нам нужно еще одну камеру, потому что когда ты снимаешь, камера мне нужна, чтобы снимать влог.
Ну отдохни. Выключи свет, давай выключай. Отдыхай. У тебя Бонечка здесь, оказывается, лежала. Но мы ее съищем, а она тут лежит. Спокойненько так, на пингвинчике. Чай пить. Вот я пирожок испекла сегодня. Какой-то, ну он сдулся. Это на этом, на кефире. С кокосовой стружкой. С кокосовой стружкой. Внутри кокосовая стружка? Нет, вон там, да, внутри есть, и вот она, видишь, пригорела. Ага. А Маргарита сейчас пойдет на родительское собрание с папой. И мы узнаем, как же дела у нашей Маргариты в школе. Все про нее расскажет учитель, как она, что она учится. Осталось 10 минут. Быстро. Что там? 10? Давай, опоздаешь, там папа тебя ждет. Ну, в общем, ты на по секундар идешь. Да. Средняя школа. Ну, средняя. Это не... Есть, в общем, самая плохая, самая низкая, я потом средняя. Самую плохую, потом... И самая высшая, высокая. Маргарита посередине. Пока, если она немецкий подтянет. Папа сказал, что ты немецкий подтянула. А потом? Что она должна больше читать. Немецкий. Блядь, я в игру в телефоне отметил, и все. Смотри. О, господи, еще одна собака. Тут уже какая-то злая. С ошейником таким. Они еще даже пририсовали. Ну, вот как вот, скажите, пожалуйста, вот. Вот что это такое? Фантазия, конечно, у производителей шикарная. Супер. Она если цвет какой-нибудь поменять? Ну-ка. Фон очень красивый. Давай розовый. Розовый, фиолетовый. Красиво. Ну, вот слишком, да? Нет. Ты сильно прям. Вот этот белый сделай, вот этот белый. А там видишь розовый. Вот это вот нормально. Вот такой красивый, да? Сзади очень такие оттеночки классные. Вот этот тоже. Вот этот тоже. И тебе нужно немецкий сейчас вот это читать? Нет, тебе нужно диктант. Как можно чаще читать. Диктант. Ну. Ты сначала должна прочитать, запомнить все слова, а потом диктовать, да? Здесь тоже можно делать вот эти вот штучки, да? Угу. У Маргариты есть теперь в Инстаграме своя масочка. Вот. Она сняла сейчас сториз. И если зайдете к ней на страничку, вот здесь вот есть такая вот мордочка. Вот эта вот. Ой, да, вот. Нажимаете на вот эту мордочку посередине. Вот она. Вот. Вот это вот. И здесь будет ее маска. Самая первая. Сделали ей масочку такую. Здесь меняется цвет стрелок. И вот такие вот веснушки. То есть звездочки вместо веснушек на щечках, вот видите? Вот, можете скачивать, себе сохранять, и кто будет снимать сторис с этой маской, она будет, в общем, замечать всех, кто будет снимать с ней. Еще сейчас мы передадим привет у нашей группы в Инстаграм, в официальной группе. Был конкурс. Ой, не туда зашла. Тот, кто получил первое место, передаем привет. Сейчас я посмотрю. Vanilla X Sisters. Вот он. Вот он. Vanilla X Sisters. Передаем привет. Привет. Хорошие обработочки. Нам понравились. Ой, у тебя тут прям все синее, ё-моё. У меня камера даже нормально не снимает. Все синее. Ты себе кроватку стелишь? Ну да, с панчиком. С панчиком-то нужно. А что так стелишь? Надо ложиться. Все, давайте. Стаканчик так красиво светится, неоновый. Все, давай, забирай свои. Забирай свои машинки. Каролина, пойдемте спать. Что вы делаете со мной? Давай, пускай, все. Макс, ты где там? Ладно, все, Ксюня, выключай. Подожди, ты что на голову сядешь так? Выключай компьютер. Among Us. Завтра будешь играть. Ксюнечка. Или завтра Маргарита будет. У тебя же завтра выйдет, уже два видео готовы. Зачем еще? У меня уже 4 видео на канале, а мне только один. Ну, все, он прицепился ко мне, как пиявка.